Вот поэтому мы никогда не сможем быть вместе. Поэтому. Понимаешь? Я не понимаю. У меня появился ребенок. Да, я не знал об этом. Да, не от той, от кого хотел, но... Но мне как-то на душе спокойно стало, понимаешь? Осознавать, что я не один. Для человека важно, чтобы он продолжался, понимаешь? А когда он продолжается в своих детях, это самое главное. А теперь я как-то особенно остро понимаю, что я конечен. Так-то как бы вечен, а... Да, но я не могу тебе родить.